за ученик. Про него вообще я видела, как он идет, гитара всегда у него была. Здесь вот так делает гитару и так ходит. Нам царственно, что поднимается эта улица. Там он очень часто встречал. Ну, маленькая я была, а он большой. На 10-9 лет он старше меня. А раньше у нас итальянский двор. Всякие здесь люди жили, как дружно жили, прямо, когда я это все вспоминаю. И белорусы, и украинцы, и езиды, и еще кто, русские, азербайджанцы, и армяне, все абсолютно, абсолютно. Когда мы уходили, все знали, где ключи мы храним. Весь этот, как это по-русски сказать, двор. Все ключи, где мы храним. А когда зима была, а потом садимся на санках, нам садимся, что там подъем, и давай все так катались. Прелесть прямо. Мама летчица была. Отец да, герой советской войны. Я сама пианистка. Вы пианистка? Фортепиано, да. Я человек с большой буквы. Как актер, как певец, как общественный деятель и вообще как человек. Ни один грузинский артист не смог поступить так, как он до конца. В каком смысле? Все поехали в Россию после 2008 года. Ни один не смог решиться полностью, да? Исключить. Только он один не ездил. Никто, а остальные не... потихоньку ездят. Да, может быть, они большие концерты не устраивали, но там корпоративы, кто-то их приглашал. А в Ахтанг было приглашение от одного миллиардера, вот я недавно по телевидению услышал, не знаю, насколько правда, ему предлагали огромные деньги за одно выступление, но он все равно не поехал. Да хотя бы точно 2008 год. Ну, я там, может, вы вырежете, но этот карлик. Нашей соседней страны пересидент. Хотел наградить его дружбой народом. И он отказался. Это враг. На данный момент Россия для дурак. Оккупировала 20% нашей территории. Оккупационные войска до сих пор стоят на нашей территории. Ну, если бы он поехал, допустим, в Москву, получил бы орден, выходит, что Путин хотел его подкупить этим. Он подкупает орденами как будто. Он отказался, и больше после этого в Россию он не ездил. Не из-за того, что он народ русский не любит. А вот те, кто засели в Кремле, к сожалению, нам приходится же соседями. Нам приходится рядом, мы никуда от друг друга не убежим, но и не переедем. Но в России большинство, подавляющее большинство населения России, к сожалению.
рукоплещет. У меня такое ощущение, что если бы это было бы в Москве, пол Москвы было бы здесь, так же бы прощались бы, как и мы. Его любил народ. А народ вчера назывался так, а сегодня называется этак. От этого народ не меняется, и любовь народа тоже не меняется. От того, как народ назовут советским, грузинским, русским, российским, белорусским, украинским. Какая разница? Это народ. Что я, чем вы занимались, да? Ну, советское время. А, ну я лектор русского языка, литературы. А. А 21 год я живу в Москве. Вы сейчас живете? Нет, сейчас я 1.5 года здесь. Давно мы ждем этого момента, когда мы освободимся. 2 века уже держимся под Россией. Но это не будет так. Все, Россия оккупант, и все сказано в этом. Поэтому мы здесь. И он так говорил, и мы поддерживали его, он поддерживал нас. Вот так. Профессор Георгий Чахунашвили, педиатр, врач. Довольно быстро это уже было ясно, что с дружбой народа и покончено. Это где-то 2000-е, конец 90-х. В конце 90-х, да? Как вы это поняли? Это уже пошли разговоры про возрождение Великой Империи, про Севастополь как город русской славы. Это уже были первые ростки того, чего сейчас происходит. Ты понимаешь, он человек, который для меня изображает Тбилиси. И не имеет значения, Тбилиси это будет советская или просто грузинская. Но он человек был за свободу Грузии, поэтому я его не осознаю как советский актер или что такое. Просто человек, которого очень сильно люблю. Ну, потому что он всегда стоял за свободу Грузии, за свободу Украины. Поэтому для меня не... У меня мама украинка. Украинка? Мама закончила русскую школу, и для нее комфортнее было разговаривать по-русски. Для нас это время дружбы народов не кончается никогда, для грузинов. Конечно. Просто эта дружба должна быть обоюдная. Мы все равно стараемся что-то на что-то, может, не закрывать глаза, но прощать. Но есть такие вещи, которые не прощаются. Обратка тоже должна быть, что-то мы тоже должны увидеть, да? Какие вещи не прощаются? Не прощается. Не знаете, что мы не можем простить грузины? Не прощаются, когда в наш дом с оружием врываются. Вот это. Не хочу я сегодня про политику, это вообще другой день. Да, у них хама, у них еще он, ты спал, ты сказал.
национальный. Визиары в центре парада. Акар-Випал. Да, и Буба был, я думаю, один из первых друзей, который сказал всем, да, я, может быть, и символ дружбы, символ отношений, но когда дело касается моей родины, которая оккупирована Россией, страной-агрессором, которая убивает моих сограждан, которая отнимает наши земли, тут никакой дружбы больше не может быть и речи. Поэтому, да, он великий человек. Я воевал сейчас в Украине, но я не военный, я воевал как доброволец. Гражданский активист, который уже последние 5,5 лет борется против оккупации моей своей страны со своими друзьями. Мы находимся почти каждый день на линии оккупации, которые пытаются как-то представить российский оккупационный режим так называемой государственной границы. И мы пытаемся остановить ползучую оккупацию, которая каждый день ползет и отнимает у нас все еще новые территории. Да? А как она ползет? То есть там, в смысле, там еще... Там ФСБшные погранцы находятся, которые передвигают время от времени вот эту линию оккупации вглубь тех территорий, которые не были оккупированы в 2008 году. Мы мониторим каждый день, мы пытаемся создать дискомфорт оккупационным войскам. Мы привлекаем внимание к этой проблеме, мы требуем реакции со стороны властей. Мы не даем спокойно дышать ни оккупантам, ни нашему пророссийскому правительству. Чем мы занимаемся, и зачастую нам удается как-то остановить, замедлить во всяком случае, в случае вот эту ползучую оккупацию, которая происходит фактически каждый день. Мы там родились, мы там выросли в Абхазии, мои корни там. Родители даже мои там выросли. Я сейчас даже на могилу отца не могу пойти. Она на могилу матери не может пойти. Это разве хорошо? Да не хорошо. Конечно, да. У меня один брат в Москве похоронен, второй здесь. Мама здесь, папа там, в Абхазии. Вот так разбросано все. Вот сейчас девочка вот эта Бендельян, ее отец остался, у него жена абхазка была, он не уехал, он подумал, что останусь, вышел и подошли к нему, спросили, как фамилия, а его фамилия Бендельян, да, и я ему сразу его голову перерезал, грузином, и там же убили его. Вот такие вещи делали, а мы испугались и уехали, конечно, чтобы мои дети были живы, самое главное. Вчера показывает, один русский приехал в Чамчири. Он говорит, я нахожусь в Чамчири, говорит, я сейчас вам покажу, говорит, какой здесь, посмотрите, говорит, и показывает наши дома. Это поломано, это мое, им мой дом показали, где у меня квартира была. И, а вот сейчас посмотрите, на первом этаже, говорит, 21 век, трава лежат и печка стоит у этого человека. А он говорит, сейчас я вам покажу вокзал города Чамчири, говорит, это Эфиопия, говорит, открывает дверь, там коровы гуляют, свиньи гуляют, все грязно, ужасно. Не то, что по дому, по улице скучаем, наша улица, лавочки, что сидели. Море перед домом было, представляете? А кто в Батуми ездил? Кто в Аджаре? Никто не ездил. Все ездили в Абхазию. Oh,
Давайте его вспомним, он здесь. Вот он рядом. Я скажу, почему за меня? У меня друзей нету. Мы сидели с Бубой, выпивали коньячку, разговаривали про жизнь. Как он, в общем, как его стали приглашать, когда он стал звездой. Не только официальные лица, советские, но и подпольные авторитеты. У Бубы только так получалось, что ты думаешь, что это ты один на свете такой, как он тебя любит так. И после его смерти как вдруг начали появляться все эти отсебятины, рецензии, как все от себя что-то хотели сказать про Бубу, и у всех что-то личное, свое персональное было. Я вот тогда и понял, что я один из тех миллионов, которые так считали, что он один единственный, что никого так больше Буба не любит, как его. И вот за одну ночь у меня складывалось впечатление, что да, мы с Бубой большие друзья. За победу! За победу! За победу! И в Украине, и вообще в целом. За победу. За победу я имею в виду и военную, но сейчас конкретно я говорю, за победу нормальных людей над ненормальными. Понимаете? Нормальных людей над ненормальными. Буба не был солдатом, не был военным, но он был примерным человеком, человеком для подражания. Он по-своему воевал, да, против вот этого всего, против вот этой всей несправедливости. Потому я знаю, что у него в России очень много друзей на территории Российской Федерации, очень много друзей. Но он отказался, он не от друзей отказывался, он отказался от вот этого всего, чтобы победить, чтобы нормальные люди были нормально. Я один из самых молодых ветеранов Абхазской войны. Я сам из оккупированной территории, из города Гагры. 30 лет я живу в Тбилиси, не у себя дома в Абхазии, не в Гаграх. Меня русские из дома выгнали, дядю одного убили, дядю второго убили, соседей, друзей, близких, спалили все. Как это, как узнал? Это все на мне произошло. Мы утром проснулись, у нас ничего нету. И война. Мы приехали в Тбилиси, и из Тбилиси побежал. Оттуда, как беженцев нас привезли в Тбилиси. Вот. И бежал на войну. 16 лет ему. Я был маленький, и сказали, что ты маленький. Я сказал, что я беженец, я живу там, уже на оккупированной территории. И сказал, что мне 18 лет. Но потом они узнали там через пару месяцев, но уже было поздно. Два день рождения я встречал в окопе. Это 92 год, 17 лет мне исполнилось в окопе. И 2022 год, 8 декабря, я встречал тоже на позициях в Украине. Когда началась в феврале война, собрался, надел форму и уехал к моим братьям, к украинцам. У меня прабабушка украинка, и у меня есть еще долг. Мы же все знаем, что вот этот символ дружбы народов, это было все придумано. И это было все насильно сделано, правильно? Мы же это все знаем. Не было дружбы, было насилие. Понимаете, силой дружбу не сделаешь. Силой дружбу, как сейчас я и мой побратим, Бесарион Бенделяне, как я с ним не хочу дружить, и силой кто-нибудь меня заставит с ним дружить, никогда в жизни не было такого, понимаете. Это было все насильно сделано.
А как же Мимино? Мимино. Группа народов была? Искусственная. Вот молодец. Искусственная дружба народа, единый помет. Навоз. Дружба народа. Я в России вырос. Но я после 2008 года, после этого не был. Тоже решили не есть, да? А что, неправильно, что ли? Я тоже не знаю. Эгрия, ну, конечно, и раб, я Божий, но свободный человек. Не на небо, ход свободный, вот обратно. Хода нет. Я уже не думаю. На земле лишь миг живу я. Там же вечно буду жить. Буду вашу жизнь земную. Я оттуда сторожить. Спасибо.